Друзья, всем привет! Вы на канале Фортуна ТВ, звать меня Валентина. Мне, короче, сподвигнули на такое видео. Были вопросы раньше, что мне что-то как-то не очень видно туфли мои, которые кожа натуральная, я говорю. У меня, когда я съемки делала, там одежды разные, там, в общем, одевала. И люди захотели у меня более получше увидеть эти туфли, которые из кожи натуральной. Я решила заснять именно отдельно такое видео, чтобы вам было подробнее видно. И по поводу сразу коробки скажу, это не от этих туфлей, просто эти туфли у меня много лет, а коробка от их потерялась уже. И, естественно, у меня лежат, они хранятся в другой коробке по этой причине. Поэтому я вам пока так чисто для вида поставила именно. А так эта коробка тоже из того же магазина, только у меня она, это вот коробка от кроссовок. А туфли, короче, у меня, в общем, лежат здесь, а кроссовки у меня уже в другом лежат, потому что мне некуда их положить было, поэтому я как-то вот так вот. Это не туфли, правильно сказать, а ботильоны называются. Вот, исправила сразу тут же свою оговорочку. Так, я думаю, поймут девчонки. Хочу сразу сказать, то, что это женские ботильоны, кожа натуральная. В общем, давайте я коробку уберу. И чтобы вам было видно, вот на вид они вот такие вот. Идут каблук прорезиненный. Подошва тоже прорезиненная. Я их протерла специально. В общем, они еще не успели маленько у меня высохнуть. Ну, ничего. В общем, зато вы видите по факту, то, что они ношеные. Все, я их ношу уже много лет. В общем, им... По сути, ничего еще толком не сделалось. Они где-то у меня лет 5 уже. В общем, очень качественно из магазина Дайхман. Здесь идет резиночка. В общем, здесь идет просто на молнии. Можно открыть. В общем, ну, я даже ничего не делаю. У меня так все прекрасно. Ножка аккуратная. В общем, тонкая. И влазит у меня все хорошо. По поводу окрашивания. Внутри нету никакого. В общем, все качественно сделано. Здесь сам, забыла, как он называется, запятник, вроде правильно. В общем-то, он не окрашивает, хотя даже вот он, видите, другого маленького оттенка сделан. Но тоже все натуральное. В общем, я со светлыми носками тоже носила. И все прекрасно, ничего не окрашивается. В общем, что могу сказать? Очень качественные ботильончики. Сейчас вот осенний период, я тоже их буду носить. Каблук сантиметров не помню сколько, даже их не мерила перед видео, не стала мерить. Но сейчас маленько подождите, я сейчас измерю. В общем, девчонки, 4,5 сантиметра, если я не ошиблась. В общем, приблизительно так. Я раньше вообще как бы повыше каблук не носила. И мне эти были туфли в подарок от моей подруги, сразу скажу. В общем, она тогда мне на день рождения их дарила, я вообще очень осталась довольна. Кстати, вот так вот они выглядят. Полностью я вам поближе, прям близко специально. В общем, поставлю их, чтобы вы видели. Я их только, вот знаете, обрабатывала кремушком сверху немножко, но у них реально... Вообще недостатков нет. Я не знаю, это вообще такие супер-пупер. Я не знаю, они сейчас в продаже есть или нет. Если вы такую модель вдруг найдете, ну, в общем-то, берите, естественно. Я не знаю, это из магазина Дайхман. Если кто в Москве и в Питере, в общем, на сайт их не заходите. У них вроде как сейчас сайт, не знаю, работает или нет. Периодически что-то он там сбой не бывает. А так, вот если магазин есть в городе, там у вас либо в других городах, то можете покупать именно такую модель. Я вообще всем довольна. Я не могу ничего даже про них вообще плохо сказать. Они мягкие, не жесткие. Даже вот если вы будете когда думать, что они вот здесь вот жестковатые, нет. По ноге прям когда одеваете, прям вообще классно у них, очень мягко. Даже уж несмотря на мою кожу ног, у меня очень мягкая, в общем-то. И не каждый еще обувь не подходит, поэтому с этим вот она, у меня подруга попала в цель тогда. Очень хорошие попались и качественные. В общем-то, до сих пор я радуюсь.
И я их на каждый день не ношу. Я их, в общем-то, конечно, тоже раньше поберегала, но сейчас, так как мне нужно уже 8, сейчас вот я буду опять носить. Но так я хорошо достаточно носила. Вот. Они аккуратные, легкие, вообще не тяжелые даже. Ну, в общем, все, отзыв я оставила, кому нужно было. В общем, я раньше что-то не догадалась, и надо было это сделать видео, потому что было не видно, в общем-то, кому-то. Вот, пожалуйста, смотрите, кому было не видно. В общем, так вот они на ноге. Они очень, кстати, очень хорошо, красиво с брючками смотрятся, да и хоть и с платьишком, и также с юбочкой. Можно с тренчем носить. Сейчас вот как раз осень. В общем, вот как-то так. Ну все, девчонки, всем спасибо за просмотр, за ваши лайки, подписки. Всем пока, мои любимые.